Свыше 58 тысяч югорчан в возрасте 60+ привились от коронавируса. Об этом на очередном заседании регионального оперштаба рассказала глава окружного депсоцразвития Тереза Пономарева. Только за минувшую неделю прививки сделали больше 6 тысяч пенсионеров. Кроме того, в Югру поступило 22 490 доз спутника ВИ, а также препараты Ковивак и Эпивак Корона. С начала поставок регион получил 304 378 комплектов вакцины. Стоит отметить, что свыше 245 тысяч югорчан получили первый компонент прививки. 166,5 тысяч завершили вакцинацию. Это 32% взрослого населения региона. На сегодняшний день есть запас неиспользованной вакцины в медицинских организациях и на аптечном складе. Это более 59 тысяч доз. Предложение, которое хотелось бы озвучить, это чтобы на муниципальных штабах, наверное, чаще, чем раз в неделю, может быть, дважды, трижды, вот вопросы взаимодействия медицинских организаций и трудовых коллективов, они рассматривались чаще.